Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Касьяненко. Здравствуйте. И сегодня в эфире. 7 мая в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи. Поздравления всем, кто трудится на информационном поле республики, направил президент Александр Лукашенко. Новополоцким поисковым отрядом «Разведчики воинской славы» на территории микрорайона Боровуха найдены останки сбитого советского бомбардировщика. Совместно с ребятами из Российской Федерации мы работаем на месте падения самолета, предположительно СБ по 41-му году. Великая победа, гордость поколений. В Новополоцке в преддверии 9 мая прозвучали победные марши. Перейдем к подробностям. 7 мая в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи. Президент Александр Лукашенко направил искренние поздравления всем, кто ежедневно трудится на информационном поле страны. Глава государства отметил, что этот праздник объединяет преданных своему делу профессионалов, чьи знания и ответственный труд формируют контуры высокотехнологичной информационно-коммуникационной среды независимого белорусского государства, расширяют границы распространения правдивой информации, подчеркнув, что их деятельность служит проводником объективных знаний и смыслов в каждый дом, позволяя человеку в режиме реального времени ощущать окружающий мир и ритм современной жизни. Президент выразил уверенность, что славные традиции ветеранов телерадиовещания и связи получат достойное продолжение в достижениях современников. Александр Лукашенко пожелал работникам радио, телевидения и связи доброго здоровья, счастья, новых идей и успехов во всех начинаниях. Достоверная, оперативная и качественная информация в мире фейков и лжеправды – ключевая задача, стоящая перед белорусскими журналистами. События 2020 года в нашей стране вывели журналистику на качественно новый уровень. Появилось много авторских проектов, репортеров, уникально и интересно подающих политическую информацию. В целом, ежедневные новости стали звучать по-другому. Вот уже порядка 5 лет на информационном поле страны активным игроком является и первый в республике военно-патриотический телеканал «Звезда», ежедневно в эфире которого зрители могут смотреть классику советского военного кино, фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также кадры хроники и архивные материалы военных лет. В программе также новости и другие проекты собственного производства телепрограммы «Вектор ТВ». Что стоит за созданием выпуска новостей и какой путь проходит материал перед тем, как зритель увидит его в эфире? Мои коллеги продолжают тему. Чтобы попасть в телевизионный эфир, в среднем 3-минутный новостной сюжет проделывает огромный путь, время на изготовление которого от идеи до реализации может занимать до нескольких дней. Здесь, как правило, все привязано к событийности выпускаемого материала. Профессия телевизионщика – работа, в которой нет ни выходных, ни праздничных дней. Коллектив редакции 24/7 в курсе всех событий, происходящих как в Новополоцке, так и в Беларуси в целом. Корреспонденты и операторы ежедневно на острие информационной повестки, в полях, на учениях, в гуще политической жизни и городских новостей. Сегодняшнее информационное поле, оно диктует новые правила в работе. Естественно, находясь в той повестке, которая есть сегодня, 24/7, человек, который приходит в средства массовой информации, должен оперативно отрабатывать ту информацию, которая есть, быстро, качественно, достоверно, что немаловажно. Один из главных критериев будет стрессоустойчивость, потому что все-таки информационная среда, она очень разная бывает. И все-таки работа журналиста – это работа с людьми, как ни крути. Конечно же, в день телевидения, радио и связи хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто сегодня непосредственно помогает редакции телепрограммы «Вектор ТВ», телеканалу «Звезда» создавать тот телевизионный контент, который наш зритель может ежедневно видеть. Каждый сюжет – это тандем корреспондента и оператора. Если журналисты – голос и лицо новостного материала, то телеоператоры – его глаза. О том, как замечать мельчайшие детали, передающие всю атмосферу события, не понаслышке знают два телеоператора новополоцкого телевидения – Сергей Залынский и Сергей Пальцев. Оба работают в информационной сфере более 20 лет. Каждый – настоящий профессионал своего дела. В первую очередь, это командная работа. То есть в любом случае, когда мы выдвигаемся на съемку, обязательно надо обговорить с корреспондентом то, что она хочет увидеть.
Вот. Ну, а дальше, что касается меня, я стараюсь побольше записывать так называемых лайвов, чтобы было корреспондента потом выбрать с концертного номера что-то, либо выступление человека, живое выступление. Вот. Ну и самое главное, качественно делать свою работу, красиво снимать людей, красиво снимать детали, красиво снимать общие планы, и все получится. По окончании съемки начинается самый трудоемкий, но оттого не менее интересный процесс. Корреспонденту необходимо максимально оперативно обработать отснятый материал, перенеся все на бумагу. В этом деле важно ухватить суть события, подать новость вкусно и необычно. Нарезка для социальных сетей, новостной сюжет, передача или документальный проект – все это дело рук двух инженеров видеомонтажа. Максим Корольков – настоящий мастер своего дела. На протяжении всей своей профессиональной деятельности он делится секретами и фишками монтажа с более молодым поколением. Работа достаточно интересная. Я бы сказал, что поначалу было немного сложно, но благодаря моему более старшему коллеге у меня получилось адаптироваться достаточно быстро. Самое главное качество в работе, которое я могу выделить, это внимательность, насмотренность в плане картинки, это очень важно. Стрессоустойчивость, как и в любой сфере журналистики, это очень важно. Наверное, это самое главное качество, и вполне достаточно, чтобы научиться и быть продуктивным в данной сфере. 19.30 – неизменное время выхода городских новостей в эфир вот уже на протяжении не одного десятка лет. К слову, в дне сегодняшнем отснятые материалы появляются в социальных сетях редакции задолго до телеверсии. Оперативные и достоверные они размещаются в сетях с легкой руки интернет-редактора социальных сетей Дарьи Змитраченко. Команду «Звезды» молодой специалист распределилась чуть меньше 2 лет назад. И все это время девушка отвечает за наполнение и качество подаваемой информации. Весь материал, снятый корреспондентами, появляется в социальных сетях намного ранее, чем в эфире. И чем быстрее я публикую и отредактирую материал, тем быстрее его увидят зрители. И вот все эти люди ежедневно и творят магию телевидения 7 дней в неделю, без перерыва. На праздничные выходные дни мы делаем все, чтобы наш зритель оставался в курсе самых свежих и добрых новостей. И, конечно, всего, что выходит сегодня в эфир, не было бы без наших верных и надежных коллег по цеху, тех, кто помогает создавать качественный информационный контент, и наших преданных и участливых зрителей и слушателей. Команда «Вектор ТВ», телеканал «Звезда». Тем временем майские дни – одно из трепетных для каждого белоруса время. Эти дни наполнены чувством гордости и благодарности поколению победителей за доставшееся слишком высокой ценой мирное небо. Наш долг – свято чтить этот подвиг и не допустить повторения страшных событий военных 40-х. За 4 года Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Более 200 городов немцы разрушили и сожгли. Свыше 9000 деревень были стерты с лица земли, большинство из них вместе с мирным населением. Гитлеровцы не щадили никого. В память о каждой невинной жертве нацистского режима в канун Дня Великой Победы в Полоцком пограничном отряде открылась выставка «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». Основная цель и все вытекающие из этого задачи – это сохранить историческую память, не допустить фальсификации ее и сделать все, чтобы то, о чем рассказывают экспозиции, и в частности вот экспозиция Полоцкого пограничного отряда, не повторилось. Это самое главное, потому что самое дорогое – это человеческая жизнь. Полоцкий погранотряд стал одной из первых войсковых частей, в которой открылась подобная выставка. В ее основе материалы и данные собраны в ходе расследования Генеральной прокуратуры Беларуси уголовного дела о геноциде белорусского народа, начатого в 2021 году. Каждый стенд демонстрирует ужасающие цифры и факты немецкого террора в отношении мирного населения республики. Только в Витебской области допрошено около 2500 свидетелей. Это как дожившие до наших дней очевидцы произошедшего, так и родственники людей. Осмотрено десятки мест возможного захоронения расстрелянных мирных жителей. Эта работа будет продолжаться. Только на этот год запланировано еще 4 места к раскопкам, в том числе 2 на территории Полоцкого района. Планируется, что в будущем подобные экспозиции появятся во всех войсковых частях Беларуси.
Увековечению памяти павших защитников нашей Родины в нашей стране всегда уделялось и уделяется огромное внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные мемориалы и памятники, памятные знаки, таблички с именами героев. Также, несмотря на прошедшие десятилетия с момента окончания самой страшной войны, поисковики по найденным артефактам восстанавливают события тех страшных лет и имена павших воинов. В самом начале войны наступавшая гитлеровская армия встретила серьезное сопротивление со стороны Советского Союза. Пехота, артиллерия, танковые части и боевая авиация изо всех сил пытались держать полчища захватчиков. Летчики совершали по несколько вылетов в день, чтобы бомбить наступающего врага. К сожалению, не всем удавалось вернуться на свои аэродромы. На месте падения одного из советских бомбардировщиков в микрорайоне Боровуха уже несколько дней активными темпами ведутся поисковые работы. Проработана предварительная информация, опрос свидетелей этого места. Информация у нас по Подольскому, с Подольского архива Министерства обороны Российской Федерации по 208-му ШАП. Найдены экипажи, которые вылетели на боевое задание на Боровуху-1 и не вернулись на свои части. За последние дни поисковиками найдено несколько десятков фрагментов фюзеляжа, механических деталей, а также табличка с заводским номером самолета, которая позволила определить тип летательного аппарата, а также сузила поиск до трех экипажей, не вернувшихся с 40-го боевого вылета на аэродром Боровухи. На месте падения самолета обнаружены и останки летчиков. При поддержке горосполкома сейчас и прокуратуры Следственного комитета будет проведена совместная исследовательская работа по установлению личности, да, потому что это нам обязательно необходимо для того, чтобы установить, какой экипаж, какой летчик погиб. Поиск родственников непосредственно мы будем сейчас осуществлять со стороны Российской Федерации. Самолет упал, фрагменты разнесены на определенной территории, и очень важно не упустить самые ценные и важные детали, какие-то предметы личных, да, вещей бойцов, которые были в экипаже самолета, чтобы как раз установить имена бойцов, погибших здесь, летчиков, и чтобы тем самым увековечить память о них. Бок о бок с новополочанами в раскопках участвуют и поисковики из республики Коми. Единомышленников связывает не только давняя дружба, но и совместный международный проект «Небо Родины», реализация которого началась несколько лет назад. Это работа связана с проектом «Небо Родины», погибшие летчики над Полоцком. А вообще в 2022 году поисковым отрядом разведчики воинской славы и нашим отрядом было заключено соглашение по архивно-исследовательской работе на территории Республики Беларусь. Саму Юлию с нашей страной связывают особенные воспоминания. Не случайно на территории Витебской области девушка участвовала в поднятии останков своего родственника. В 2021 году был обнаружен на территории Республики Беларусь был обнаружен орден Красной Звезды. Этот орден принадлежал разведчику из Республики Коми Российской Федерации, моему родственнику. В 2022 году мы приехали сюда, в поисковую экспедицию, чтобы непосредственно поднять останки моего прародителя. И вот таким образом завязалась наша дружба российско-белорусская. Третий год мы уже совместно с поисковым отрядом разведчики воинской славы, как братья, работаем во благо сохранения исторической памяти о тех, кто ковал великую победу. Проведение подобных вахт памяти в сотрудничестве с российскими поисковиками далеко не единичный случай. Совместными усилиями братские народы не только по крупицам восстанавливают события далеких военных лет, но и помогают вернуть из небытия именно героев, отдавших жизнь за мирную и независимую жизнь уже не одного поколения. От своей семьи, от своего рода, от Республики Коми, от всех жителей Республики Коми и Российской Федерации мы хотели бы поблагодарить всех тех,
представителей Республики Беларусь, с которыми мы уже на протяжении третьего года ведем эту работу, потому что вот такого сплочения, такого братского союза вот сложно, наверное, найти, потому что столько мы уже прошли через сложности, через архивно-исследовательскую работу, через сложности самой поисковой работы на тех местах, где нам приходится работать. И это бесценно, что сейчас мы как единое целое пытаемся сохранить память о тех, кто ковал великую победу. Раскопки на месте падения бомбардировщика будут продолжаться еще несколько недель. К местным поисковикам уже подключился 52-й отдельный специализированный батальон Министерства обороны Республики Беларусь. Елизавета Борбат и Максим Корольков. Телеканал «Звезда». Великая победа, гордость поколений. В преддверии 9 мая в Новополоцке прозвучали победные марши. Открытый городской фестиваль строя и песни в Нефтеграде уже стал традиционным майским мероприятием. В году нынешнем он прошел в 15-й раз. Его участниками стали более 500 человек. Это школьники Витебского региона, войсковая часть 55-719, а также военно-патриотические клубы и кадеты Полоцкого училища. Ангелина Лазовская окунулась в музыкальные мотивы военных лет. Транспортное движение по центральной улице Нефтеграда перекрыто. На один день главная площадь города превратилась в настоящую концертную площадку. Виной всему они, участники открытого городского фестиваля «Строя и песни», которые прошагали в торжественной колонне. На главной площади Новополоцка слышны мотивы «Катюши», «Прощание славянки», «Трех танкистов» и не только. Нефтеград в 15-й раз окунулся в победные марши. В центре города развернулось основное действие фестиваля – марш одновременно с исполнением песен военных лет. Полюбившееся новополочанам зрелищное мероприятие. В нынешнем году, к слову, оно объединило более 500 юных патриотов, а это свыше двух десятков команд. Мы готовились целые дни, нам рассказывали, как правильно идти, что все получилось хорошо, идеально. Ну вот, подготовились как смогли и выступили. Наша страна победила, и мы должны торжествовать тех людей, которые погибли на поле боя. Песню мы выбирали, исходя из новых трендов и от души. Выбирали, чтобы было патриотическое, при этом красивое, новое, зажигательное. Я думаю, что мы не прогадали с выбором песни, потому что звучала она прекрасно. Подготовка сама по себе была довольно серьезной, в некоторых моментах было сложно. Где-то было легко. Главное, что старались. А все остальное это не важно. В таких мероприятиях просто при повторении различных слов люди начинают задумываться о смысле этих слов. Люди видят, что они не одни такие, видят заряд других людей и подпитываются от них патриотизмом, что идет на благо государству. Нашими отцами, дедами и прадедами завещено беречь мир и спокойствие на нашей земле. Каждый из ныне живущих обязан помнить и знать, какой ценой далась победа. Чтить и уважать бессмертный подвиг героев, отдавших жизни за свободу и независимость Отечества. Четкому, без малейшей заминки, исполнению сопутствовала звучная «Налево шагом марш». Победные марши в 2024 году собрали учащихся практически со всех школ Витебского региона. Здесь и войсковые части, а также военно-патриотические клубы и кадеты Полоцкого училища. Нам сейчас надо просто воспитывать молодежь в том, что мы должны свою отчизну защищать. И враг у наших ворот. Поэтому, мне кажется, вот такие мероприятия, они только добавляют нашему патриотизму, нашему мужеству. И наши дети, уже воспитываясь на таких песнях, на таких мероприятиях, будут достойными защитниками Республики Беларусь. Все участники фестиваля получили благодарности, памятные сувениры, а также сладкие призы. Финальной точкой сегодняшнего фестиваля стал гимн Дня Победы. А после новополочане и гости города вместе с участниками праздника марша и песен долго не расходились. Ангелина Лазовская и Сергей Пальцев. Телеканал «Звезда».
У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. В музее Великой Отечественной войны состоялась церемония награждения ветеранов. Министр обороны Виктор Хренин вручил 9 фронтовикам юбилейные медали 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Указ о награждении подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусские зенитчики смогут оттачивать мастерство на отечественных учебных ракетах. Военно-промышленный комитет провел испытание имитатора воздушных целей. Он разработан для тренировки боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов «ОСА», «ТОР», «Панцирь», «БУК». Учебные ракеты планируется доработать и поставить войска до конца 2024 года. Витебские голубые береты совершили прыжки с парашютом из самолета Ан-2. Десантировались военнослужащие в полной экипировке с оружием и грузовыми контейнерами. Свой первый выход в небо осуществили и 30 солдат нового пополнения. В преддверии Дня Победы представители Министерства обороны поздравили полковника в отставке Ивана Назаренко с праздником. Ветеран Великой Отечественной войны приближал победу на многих фронтах – от Черного до Балтийского морей. Сражался в Херсоне, Сталинграде, дошел до Кёнигсберга. Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда и многими другими. В этом году фронтовику исполнилось 102 года. Марши бессмертного полка прошли в Испании и Германии. Тысячи людей разных национальностей вышли на улицу с портретами в руках своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. После окончания митингующие читали стихи и исполняли песни военных лет. В немецком Франкфурте участники подобного шествия выкрикивали требования остановить войны НАТО и выражали благодарность советскому народу за освобождение от фашизма. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!